расскажи, что ты чувствуешь перед финалом? Мне грустно, потому что это все закончится. Я не хочу, чтобы это заканчивалось, потому что мы с девочками все сдружились. Я чувствую внутри волнение. То, что вдруг сейчас выйду, опозорюсь. Мне кажется, еще чуть-чуть, и я могу заплакать. Такое у меня чувство. Я чувствую, наверное, восторг. Феерию чувствую. Под конец у меня открылось второе дыхание. Я прям готова творить, готова что-то делать. Ответственность какую-то. Немножко устала, но пытаюсь сосредоточиться сейчас. Чего ты боишься перед финалом? Самого финала. Мне кажется, на данном этапе я уже ничего не боюсь. Я боюсь, что это все очень скоро закончится. Чего я боюсь? Я, наверное, боюсь больше всего расплакаться на сцене. И все. Боюсь, что у меня каблук подвернется. Я не боюсь чего-то забыть, потому что мы хорошо все отработали. Зачем тебе победа? Ну, я не рвусь к победе. Я хочу для себя что-то взять с этого конкурса. Наверное, самое главное вот для себя и для родителей, чтобы они поняли, что я, наверное, чего-то достойна. Для себя, наверное. Как и любой девочке, всем же хочется быть принцессами. Думаю, если бы я победила, то у меня бы повысилась самооценка, наверное. Мне нужна победа для того, чтобы почувствовать свою женскую сущность, понять, что я самая красивая, самая желанная и всякое такое. Без чего тебе не добиться победы? Без поддержки, наверное, своих близких. Безусловно, без поддержки своих, в первую очередь, детей. Без туфель. Без поддержки своих родных, близких. Вот без этого не смогу. Ну и, конечно, без веры в себя. В себя нужно всегда верить. А я верю. Без уверенности в себе и без хорошего настроения, самое главное. Я вам желаю на следующий этап вашей жизни всем удачи. И хочу, чтобы вот я в каждую вложила частицу своей души, чтобы вы ее в себе сохранили. Спасибо. Ну все, хватит рыдать. Я всех люблю. Все будет круто. Как бомбанем все. Запутался. А потом будем тусить. Спасибо тебе за все, Маша.